в главном медиацентре, где проходят основные мероприятия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Прямо напротив дружной республики Крым расположился наш стенд, стенд Рязанской области. И он не просто интерактивный. На стенде можно в буквальном смысле прикоснуться к основным героям и основным историческим событиям Рязанской области. Сейчас мы находимся на стенде Рязанской области. Вы можете увидеть известных людей, наших земляков. Если мы подойдем поближе, что же мы видим? Здесь планшеты, на которых сохранены их фото и видеогалереи. Также есть автобиографические истории и много чего интересного. Суть нашей задумки в том, что, видите, тут Павлов совсем молодой, то есть мы привыкли его видеть таким, знаете, уже седовласым старцем, вот, а здесь у него такая модная борода, он очень хорошо одет, в современную одежду. Если представить, что у него был планшет, например, Инстаграм, а мы это сделали, и мы можем представить, что он выкладывал в свой аккаунт, вот, как он проводит операции, свои какие-то портреты. Вот. Мне кажется, это такая интересная задумка, и люди на это очень хорошо положительно реагируют. Интерактивная площадка отличается находчивостью в неординарном представлении Рязанского региона. Экскурс по истории области при помощи планшетов и интерактивных игр — во всем самостоятельно разобраться будет сложно, поэтому на площадке работает сразу несколько экскурсоводов. Здесь представлены элементы ремесла или представители различных фестивалей. О, наш десантник. А здесь макет ландшафта Рязани и Рязанской области. Рязань больше, чем молодежь. Такой слоган у этой части стенда. Но не все так просто. Толкни, чтобы узнать еще больше. Перевернув дверки, получится карта области. И это еще не все. Следующий этап – очки виртуальной реальности. Очки виртуальной реальности. При помощи них мы можем попасть на производство кожевенного завода. Также мы можем попасть в стены Рязанского государственного университета или наблюдать за городом с панорамы сверху в любое время года. Помимо экскурсий в очках виртуальной реальности, гостям предлагают в частности сенсорный экран, стол буккроссинга, ежедневные прямые трансляции с улиц Рязани и мобильное приложение. В последнем информация о регионе и его привлекательных сторонах, лента новостей, интересные факты и опросы. Что больше всего интересует иностранцев? Вот что их интересует, что им больше всего нравится? Про людей интересно, потому что у нас очень много интересных людей родилось в Рязани. Вот, допустим, я рассказываю обычно одни и те же истории. Вот про Павлова, наверное, знаете, когда Павлов умирал, он позвал своих учеников и сказал им записывать то, что он им будет говорить. И он начал им описывать процесс своей смерти. То есть я перестаю чувствовать ноги, у меня отказывает рука. И так до последней секунды он описывал и, в общем, свою смерть превратил в очередной свой опыт. И он свое тело завещал физиологическому обществу, в общем, то есть всего себя отдал науке. Это всегда очень интересно слушать. Пройти мимо фигур 5 известных рязанцев в полный рост — Сергей Есенин, Иван Павлов, Анатолий Новиков, Василий Главнин и Андрей Тарковский — невозможно. Поэтому на нашем стенде всегда много гостей, а представители делегации не устают рассказывать о выдающихся личностях и рязанской земле. Таким образом, побывать в гостях в Рязани в эти дни смогут представители 150 стран-участниц Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Алена Куколева специально для телекомпании «Город» из Сочи.